Готовь отопление летом. В областном акимате прошло селекторное совещание, где обсудили подготовку к отопительному сезону. Начать его обещают как положено, в срок. Какие работы уже ведутся и что еще планируют сделать, выясняла Даля Насипова. На подготовительные работы в этом году запланировано направить более 6 миллиардов тенге. Из них около 1,5 миллиарда на капитальный ремонт оборудования и сетей коммунальных предприятий. Более 3 миллионов на реализацию проектов по программе модернизации ЖКХ, Акбулак и развития регионов. По городу же ведутся работы. Самое основное – это сложный объект. Это по улице Сурова и по улице Евразии. Это связано с тем, что в прошлом году была авария на ТК-20 в центре города. Это камера-20 находится. Пересечение Евразии и Сурова. Отремонтированы и в 25 объектах образования, здравоохранения и 4 объектах культуры. Помимо того, выделены деньги на покупку жидкого и твердого топлива. Но есть и проблемы и задолженность населения за газ. Как отметил заместитель акима области, нечисты на руку и сами контролеры, предлагающие потребителям перематывать счетчики в меньшую сторону. Если ваши контролеры вот этими делами занимаются, то нагрузка, потом все, вы все вот эти потери, тогда ложите на жертву теплоэнергии. Да? Если они за газ счетчики отматывают, у вас в обществе счетчик стоит, вы все потери получаете на наших плечах. По намеченным планам работа ведется вовсю. Определены подрядные организации и начаты ремонтные работы. Отопительный сезон обещают начать, как положено, в октябре. Далее Насипова, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.